Знакомство с местными депутатами – один из обязательных пунктов плана при посещении муниципалитета. Комсомольск не исключение. На встречу с главой губернии пришли 18 избранников народа от партии «Единая Россия». На повестке дня десятки вопросов, начиная от здравоохранения и заканчивая ЖКХ. Станислав Воскресенский все выслушал и обещал помочь. Такие встречи федеральный чиновник предпочитает проводить в непринужденной обстановке за чашкой чая. Парламентариям он озвучил решение, которое принял, осматривая район. Прекрасный у вас дом культуры. Единственное, вот случилось несчастье. Часть денег уже была выделена в этом году. В следующем году также 3 миллиона будет выделено на ремонт. С тем, чтобы зал в следующем году мы доделали. И мы договорились, что заявка будет подана на кинооборудование, чтобы там были различные возможности досуга.